Ты нашла себе жениха, Шейхер? Нашла. Вы хотели бы себе другую маму или другого папу? А я бы хотела заменить маму. Ты когда-нибудь воровал идеи для видео? Скандальная история. Пробовала ли ты свои козявки на вкус? Привет, обалдеть! Смотри, к кому вопрос я пришел. Семья Кукояти, привет вам от Кобякова. Так, всем привет, друзья! Мы переехали в новую квартиру, и я сейчас хочу вам показать вид из нее. Круто, да? Самое главное, что здесь нет тараканов. Слушайте, а в сегодняшнем выпуске мы хотели ответить на каверзные вопросы наших друзей, поэтому не будем откладывать дела в долгий ящик. И что, ну, поехали! Василиса по ней очень соскучилась, и не нашла ли она себе там в женихах шейха? Васька, ну что, ты нашла себе жениха шейха? Расскажи бабушке там. Я? Нашла. Да, я нашла футболиста. И он приходил всегда на одинаковую площадку. И мы пусть не встречаемся. Почему? Потому что он вставает в 9, а я в 10. А он уходит в 10, а я стою в 9. А из-за того, что он встает в 9, а ты в 10, вы с ним расстались? Нет, просто он встает в 10, а я в 9. А, наоборот? Да. И что это значит? Я первее прихожу, гуляю быстрее. И его нету там. А он приходит потом, после меня. А как я что, да? Я первая на площадку, а он второй. Так, ну это получается проблема у вас в отношениях. А как вы ее исправлять-то будете? Ну, не знаю. Будем как-нибудь ему... Я думаю, что мы встретимся один раз и скажем, как его зовут. А то я уже не помню. Зайдем на карту и будем искать, где он. И пойдем туда же. А знаешь, что я придумал? Я знаю, как исправить все проблемы в ваших отношениях. Вариант простой, смотри. Если он встает в 9, а ты в 10, чтобы у вас были хорошие отношения, тебе надо тогда, получается, просто раньше просыпаться. Вы не хотите с ним встречаться. Каверзный вопрос от друзей. Приходилось ли тебе когда-нибудь лгать, прям вот прям нагло врать? А когда и при каких обстоятельствах? Так, я не знаю, кому Люси задала этот из нас вопрос про вранье, но отвечу на него я. Потому что у меня был определенный этап в моей жизни, когда я решил, что больше я вообще никогда врать не буду. Вранье – это для меня, знаете, как чит-код. И до тех пор, пока ты используешь эти чит-коды, то ты играешь нечестно, не по правилам. Чит-код – это всегда проявление слабости. Ты что-то не хочешь сделать, ты что-то не, как бы не можешь сделать, не хватает терпения, не хватает сил, энергии, и ты используешь чит-код. Но значит, что ты сильнее от этого не стал. Ты не преодолел какой-то этап, ты остался все на том же месте. И значит, что когда ты столкнешься в следующий раз со сложностью, ты тоже применишь чит-код. И так ты вот, пока тебя не раскусят, ты будешь топтаться на одном месте. Ты не растешь. А какое было твое первое впечатление обо мне, когда мы только встретились? Первое наше воспоминание о Люси. Слушай, я точно не помню, потому что это было чертовски давно, но я помню одно, что сразу меня расположило то, что ты смеялась над нашими больными шутками. Ну, мы тогда с ребятами же еще много очень шутили, рассказать друзьям, мне нравится хлеб, и ты постоянно смеялась. А когда люди смеялись над нашими шутками, я старался держаться за таких людей, потому что их было вот, ну, по пальцам пересчитать. Не все хотели смеяться над пуками. А ты их помнишь? С Люси первую встречу? Да. Вообще нет. Как это нет? Реально было чертовски давно. Настолько давно, что, Люся, я правда не помню, когда мы первый раз с тобой увиделись. Не помню. Это хороший признак, что наша дружба уже идет через столько тысяч лет, что мы помним динозавров, но не помним, как мы встретились впервые. Вот это да. Люси, столько же нам еще лет вместе всем провести, вообще это потрясающе. Но вот я вам искренне хочу сказать, что я вам часто желаю друзей хороших. Вот Люси... Просто мы с ней огонь, воду и медные трубы уже прошли. Это человек, на которого можно положиться, человек, на которого можно рассчитывать, человек, который тебя никогда не бросит, не оставит в беде. Ну просто золото. Люси, ты... Любим тебя, обожаем всей семьей. Василис, есть к тебе вопрос. Вот когда ты ко мне приезжаешь, я готовлю сама. Тебе вроде нравится. А кто вкуснее готовит у тебя, мама или папа? Да, в смысле, подожди, стоп, что тут думать, я готовлю лучше, 100% я. Вась, прежде чем ответить, задумайся, кто тебя научил краситься, завтраки вообще готовит. Давай сейчас Васе приготовим обед, и чей обед она выберет, тот готовит лучше. Да. Окей. Даже не знаю, чем ты сможешь перебить ее любимое блюдо из макарон, наггетсов и сердечком из кетчупа. Ты плохо знаешь нашу дочь. Секундочку, Василечек, пока не делай свой выбор. А что вы скажете на это? Круассановый сэндвич?
с небольшой начинкой из блинов, шоколада, маршмеллоу, всякими посыпочками из скитлса, сладкими палочками и вот всякое такое. Макароны с наггетсами — ее любимое блюдо, да? У меня от одного вида, мне кажется, слиплось в одном месте. Ну что, Василиса, ты готова? Делай свой выбор. Я выбираю это. Это? Да. Это сам ешь, я сусусь. Сусусь? На наших съемках мне постоянно приходится есть не всегда полезное, что-то очень жирное, то Васины, знаете, безумные смузи, то вот самый сладкий в мире круассан. И я уже не говорю о том, что мы находимся сейчас как бы на курорте, тут куча различных вирусов и кишечные всякие отравления, но я особо не парюсь, потому что у нас дома всегда есть полисорб, лекарственный препарат, про который вы все и так знаете. Все, я не могу больше, все. Ой, мама. Упала. Родинка. А нет, не родненько. А где полисорб? Сейчас принесу. Только сначала салфетку. Я извозюкался? Дай поцелуй. Все? Полисорб разрешен с самого рождения, а еще беременным и кормящим женщинам, действует мягко и не травмирует ЖКТ. Идея в том, что молекулы сорбента собирают в себя все вредные вещества, токсины и вирусы. У препарата достаточно высокий спектр показаний при отравлении, аллергии и диарее, поэтому полисорб как универсальный сорбент для всей семьи. Может помочь сэкономить наш бюджет, а также место в чемодане. Маленькая моя, спасибо тебе большое за поддержку. Пап, ну ты реально готовишь ужасно. Но все равно у нас с тобой... Макароны с яйцом все равно получается. Все остальное никогда бы не готовила. Ну, по фактам разложила. Продолжаем смотреть влог. Так, Денчик, у меня коварный вопрос, на самом деле, есть ко всем. Начну с тебя. Бывало ли такое, что ты занимаешься любовью с Леной, а представляешь другую женщину? Если да, то кого и когда это было? Агата, спасибо большое за вопрос. Конечно, да, конечно, так делал и не раз делал, потому что это суперудобно. Ты как бы все время находишься в отношениях с одной девушкой, но во время вот близости ты можешь представлять любых других. Ну, и со всего мира, вот кого хочешь. Хочешь киноактрису, хочешь какую-то знакомую, хочешь в бывшую девушку. Ну, короче, это супер, офигенно. И удобно. Вот так я должен был ответить на этот вопрос, по-твоему, Агат. Что за вопрос? Ну, конечно, нет. Мне кажется, это вообще какой-то просто мрак. Будьте здоровы. Мрак и вообще, ну, как? Что? Мне такого даже в голову не приходило. Не знаю, может, теперь будет приходить. Ну, короче, это ужас. Нет, такого никогда не делал. Честное слово. Лена, бывало ли у тебя такое, что тебя не устраивало в постели то, что делал Денис, но ты ему врала и говорил, да, все нормально, мне очень нравится. Так, ну это уже совсем какой-то каверзный вопрос. Мне кажется, это не для Ютуба. Поэтому ответ на этот вопрос вы сможете найти в телеграм-канале Лены. Вот он. Есть ссылка в описании. Переходите, ответ будет там. Вася, хотел ли бы ты себе другую маму или другого папу? Если да, то кого? Так, сударыня, ну что, хотели бы вы себе другую маму или другого папу? Если да, то кого? Да, я бы хотела заменить маму. Маму? На кого? И папу. И папу? На кого? Чтобы они меня заставили не чистить зубы никогда и есть только сладкое. Погоди, а кто такие родители, кто разрешит не чистить зубы никогда и есть только сладкое? Мы. Мы? А, то есть ты заменила бы нас на нас же, но только тех, которые ничего не запрещают? Версия 2.0. Такие у кого? Только чтобы вы были разноцветные. Разноцветные еще? А ты у нас была бы тогда без зубов и с вонючим ртом? А какая? А, нет, ты была бы без зубов и толстая, такая большая-большая толстая. Нет. И прыщавая. А какая? Я была бы... Ну, ты же зубы не чистила, значит. Принцесса. Принцессы? Ну, принцесса. А принцесса не чистит зубы? Без зубов. Принцесса не чистит зубы и я сладкая? Ну, ладно, тогда мы теперь знаем секрет. Вот почему ты еще не принцесса. Бросай чистить зубы и начинай есть сладкое постоянно. И все, и ждет тебя. Успех. Да, я, получается, буду принцем. О, кстати, удобно. Блин, здорово, это мы из Vlog Squad. Слушай, у нас такой вопрос. Ты когда-нибудь воровал идеи для видео? Мы просто знаем правду, мы хотим, чтобы ты ее рассказал всем. Ух ты, какой каверзный вопрос от людей, которые только что сняли видео про то, как они строят дом из коробок. Сейчас за нами приедет машина. Вот она едет уже почти. Нет. Короче, сейчас приедет машина, сяду в нее и все расскажу. Приехал. Приехал? Да, и... И уехал. И уехал. Наша машина приехала и уехала. А что, нормально?
Короче, YouTube сейчас стал как TikTok, знаете? То есть раньше, допустим, когда мы только начинали в YouTube что-то делать, надо было достать какую-то уникальную идею и ее реализовать. Сейчас такое тоже есть. Но сейчас еще очень большой рост идет, когда ты снимаешь тренды. Допустим, ты взял видео «Едим еду, которую ели там все в последний день в тюрьме». Ну, не знаю, какие-то, ну, вы понимаете, какие-то там 24 часа Вася управляет моей жизнью. Это тоже такие трендовые видео. Меняемся телами. Ну, много-много-много есть видео, которые вы наверняка тоже кликали и смотрели. Это не уникальная идея, это тренды такие общие по YouTube. И их снимать классно, чтобы вот просто давать каналу рост. Ну и надо не забывать про уникальные. А это у нас являются влоги. Потому что, сами понимаете, невозможно прожить чью-то жизнь, повторить. То есть мы такие посмотрели чей-то влог и такие, о, давайте вот так же. Ну, это будет по-другому, это будет все равно по-нашему. Поэтому да, в YouTube сейчас есть такая штука, что ты как бы воруешь идею, но это не воровство, а одинаковый танец в ТикТоке снять. Ты же не будешь говорить, Даня Милохин украл танец у Дины. Вот, понимаете, да? Тренды. А это мы с Локсхуза. Да, это мы с Локсхуз. Слушай, Дэн, такой вопрос. Ты когда-нибудь во время съемок, ну или из-за съемок, ссорился с Леной так, что вы прям, ну прям поссорились? Прям пришлось остановить съемку и... Ну и вы там начали драться, рукоприкладство начали, что-нибудь такое. О, на вопрос про съемки я расскажу, когда мы приедем, потому что Васька сейчас там уснула, вот, и я не хочу кричать. Но есть скандальная история, я расскажу чуть позже. Классная машина, тихая такая, удобная. Короче, слушайте, с Леной у меня никогда никаких скандалов не было, но с другой дамочкой из моей семьи... Не было никаких скандалов. После заста, вообще-то были стаканы у тебя. Это ты... какие? Расскажи, что было. Я не понял, какой это день был. Либо вчера было, либо... Либо... Нет, тут ребята спрашивают вопрос. Были ли у меня скандалы, что мы снимали какой-то ролик и поссорились с мамой? Был ли такой хоть раз? Не было. Вот, я про то же говорю. Такого не было никогда, но с Василисой такое было. Смотрите, вот, оказывается, Дед Мороз живет. Он здесь, в Дубае, в вашей медведи. Ё-моё, Дед Мороз. Дед Мороз его. Ну что ты, внучок? А ну, двигайся, рассказывай, как год провел. Хорошо. Да, да, дедушку, бабушку слушал своих, маму, папу. Все слушал, конечно. Подружка твоя, как, хулиганила? Ну, бывало, не без этого. Хулиганили. Да. Алис, что делать? Как хулиган? Ой, даже не знаю. Мужа не слушалась. Да. Да, можно, пожалуйста, и ради меня один раз посохом по спине ударить? Это вы к Санте обращайтесь. Санта любит бить детей. Детей? Ей уже, она вообще уже 35 лет, как не ребенок. Смотри, подошел, говорит, не хулиганил, а сам он и обзывается. И... Я любя. Любя, вижу по глазам. Да профилактически просто. Заморозили, раз. Оп, тебя. Вот и все. Белочка, оп. Оп, спасибо. Все, заморозили. Смотри, не хулиганить. Договорились, дедушка, что спасибо. На Новый год хотите? Я хочу Rolex часы. Так, хорошо. Я, в принципе, в Дубае, это возможно. Да. Так, ты, внученька? Гелендваген машина. Мы в Дубае, но все равно возможно. Ладно, хорошо. Может, еще что-то? Ну, один раз посохом по спине и все. Снегурка, а ну-ка сюда иди. Снегурка, смотри, он просит ее ударить по спине. За что? За что? А вот у него и спроси. А спросите, какой он подарок, какой он подарок за Новый год. Гелендваген машина. Гелендваген? Я тоже подумала, я тоже хочу Гелендваген. И вот швабу подарить. Понятно. Вот так вот, вот так вот у нас всех придет. Новым годом! Так долго общались с Дедом Морозом, что уже потемнело. Смотрите, как про конфликты у нас. А с Васей мы часто бывает цапаемся, потому что мы два с ней идейных лидера, а она может предложить какую-нибудь идею ролика. Начинаем ее снимать, и там, знаете, режиссерская штука, что я хочу вот так, а я хочу вот так. С ней бывают у нас такие зарубы маленькие. Ну, все в пределах нормы, как папа с дочкой. Вот. Так что, ну вот видите, последний ролик, 24 часа она управляет мной, это была ее идея, мы ее сняли. Дальше она предлагает настаивать снимать, что я бомж, а они с мамой королевы. Я пока отказываюсь. Вот, тоже иногда ссоримся из-за этого. О, смотрите, кого встретили. Он теперь с нами живет, не разговаривает с ними. Ты что так делаешь? Какой-то другой. Да, прям только Андрей. А у меня волосы, как у русалочки прямые теперь. Мы... Дети рейв. Дети рейв.
Влад басист, а это солист. А Вася сейчас, да, между прочим, с Дедом Морозом общалась, загадала желание, и мы загадали желание. А еще меня Дед Мороз посохом немного спину почесал. Дэн, вопрос. Только отвечай честно. Пробовала ли ты свои козявки на вкус? О, Юстина, спасибо большое за этот вопрос. Это лучший вопрос этого выпуска. Я считаю, я даю ему гран-при. Я этого никогда не делал, но я видел детская неокрепшая психика. Я был в школе, и к нам перевели в класс новых ребят из другого класса. Его закрыли и перевели новых. Я смотрю на новенькую, и он такой сидит. И я такой, ух ты, фу, какая большая козявка. Но он не остановился меня удивлять и сделал такой... В тот день я пожалел, что у нас добавили новых людей в класс. Я не готов был, я не ожидал. Вась, поясни вопрос. Ты ешь козявку? А ты видел, что ты ел козявку? Я видел, что ешь только свинюшки. Блин, мне даже интересно, какие на вкус козявки? Ну что ты, расскажи, как думаешь, какие на вкус козявки? Откуда я знаю? Мы переместились в какое-то кафе, где я не могу отвечать на вопросы, потому что иначе авторские права. Вот видите, какая музыка играет? Я сейчас покажу вам спидку. Это мы из Локсквада. Вот такой вопрос есть, кстати. Какой у каждого из вас, вот Лена, Денис и Вася, вот по очереди скажите, какие самые дорогие подарки вам дарили? Вот реально интересно, что Вася ответит, что Денис ответит. Ну, помимо того подарка судьбы, что вы с нами знакомы. Какой самый дорогой подарок тебе дарили? То есть не помню. Да, я пытаюсь вспомнить, какой у тебя самый дорогой подарок был. Вспомнил. Какой? Ну-ка. Дом, который я купил, он. Точно, дом Барби. Он что-то... Нет, куклы. Куклы Лол? Да. А, да. Да, это было... А не, Барби, да. Барби. Барби было довольно дорогой подарок. Это самый дорогой, наверное, да, которому дарили Ваське. Угу. Да, Пусян, самый дорогой, да, подарок? Да, но сейчас не учитываю еще платье, которое я нечаянно ей купил. Я нечаянно купил платье как-то раз. Вы знаете эту историю? Я вам рассказывал эту историю. Как-то раз я в Василисе, я возвращался с тура, с концертами, с группой. Я такой, думаю, так хочу дочери платье купить, ни разу я не покупал. Захожу в магазин в Детском мире, какой-то на первом этаже, и говорю, такое платье вижу с розами, красивое. Я говорю, можно мне его? Приходит на кассу, а там еще так смотрит на меня, как будто узнали. Пикают, и что-то там. И сколько он стоил? 50. И они такие... А, стол, да. Я подумал, куплю за 10 тысяч, типа, ну, ладно. А, да, 10 тысяч платье стоило. Я такой, нормально, они мне еще подхожу на кассу, вспомнил историю, да, я вижу на ценнике 10 тысяч. Я такой, кайф, то, что надо. Как раз для дочки раскошелится. Подхожу на кассу, они говорят, ой, у вас еще 50% скидка. Я такой, ну все, узнали, это вообще красота. Они такие, пак, пикают. Они говорят, 50 тысяч. Я вот так сделал в тот момент. Я такой, ну, пробил его. Приехал домой, и мне жена говорит, быстро поехал и сдал это платье. 50 тысяч. Ну, я поехал и сдал, да. Вот. О дорогих подарках. У меня самый дорогой подарок сделала мне жена. Конечно же, это дочь. Ну и камера. Камера, на которой я снимаю все влоги, она стоит в комплекте, в полном вместе со всей линзой. Что-то в районе почти 650 тысяч, по-моему, что ли. Дорогой, раскошелился. Бомжиха моя. Какой самый дорогой подарок у тебя? Афон? 14. А сколько он стоил? 200. Ну, видите, мне еще далеко до нее. Она у меня бомжиха-богачка, она поэтому вообще не жалеет. Хотя нет, ты же мне на день рождения подарил наликом пачку. Это был самый дорогой подарок, потому что он самый крупный просто. Точно, так получается, я тебя уделал? Да. О, да, друзья, было дело. Я такой думаю, что я никогда в жизни своей жене не дарил. Определенную сумму денег. Я такой пошел в банк, снял ее, принес ей, как в фильмах. Говорит, тебе. Она такая, мне? Вот, да, заплакала. А? И заплакала, потому что мы всегда жили как бы не богато. И есть некоторые цифры, некоторые суммы, которые когда ты видишь, некоторые вещи, которые когда ты видишь, ты знаете, ты вспоминаешь все эти года и такой не веришь, что это возможно. Вот, оказывается, возможно все. Главное делать. Привет. У меня вопрос. Какая песня лучше, девочка или с Новым годом, девочка? Мучаюсь уже вот. Который день, не знаю. Ну что, какая версия лучше? Оригинальная или новогодняя? Новогодняя, прям супер. Мне
кажется, новогодняя очень классная, потому что она супер актуальная сейчас. Но для меня классика остается классикой. Я ее до дыр заслушала уже в своем плейлисте. Согласен полностью. Весь декабрь слушаем с Новым годом, девочка, а с января возвращаемся к классике. Это знаете, как вот иногда... Не-не, с января рано, с февраля. Да, с февраля. В январе еще слушаем с Новым годом, девочка, еще будет круто. Это как вот... Сникерсы иногда делают, знаете, с семечками. А для разнообразия круто, но потом ты все равно понимаешь, что вот обычный сникерс, он потрясающий. Так же и с этой песней. Я вот жду, когда Алон будет собирать стадионы, я буду в первых рядах плакать и петь. Послушайте песню Алона, я даже ссылку прикреплю на него обязательно, потому что лучший в мире музыкант вообще, талантище. Смотри, от кого тебе еще один вопрос я пришел. Привет! Обалдеть! Привет! У меня вопрос первый к Денису. Сколько миллионов долларов вы заработали на продаже Василисы Ньяги? Сколько? Отвечай. И второй к Василисе. Делится ли мама с папой деньгами с продажи бренда Василисы Ньяги? Так, ну что же, первый вопрос. Бруно, Алина, сколько мы заработали миллионов долларов на Василисе Ньяги? Василенсиага в этом году это был самый большущий, огромнейший бренд в стране. Не в мире, конечно. В мире как будто какая-то другая Силенсиага была еще. Но она не очень известная, поэтому не надо. Да, ну что, короче, кто не разбирается, не поймет вообще, что я вам скажу название. Заработали настолько много, что мы могли поснимать целый год контент про то, как Вася управляет моими картами, моими нашими путешествиями и прочим. Даже в Дубай смогли переехать пожить. О, мы даже смогли уехать на зимовку в Дубай. Поэтому это все благодаря тому, что... Смотрите, как получилось. Мы одели всю страну и ближайшее СНГ, и вообще полмира одели в Исленсягу. И благодаря этому мы можем зиму провести раздетыми. Кайф? Кайф, я считаю. Вася, расскажи, мы с тобой делимся деньгами? Я куплю на одну игрушку. Начинается. Шантаж начался. Вот это вырезаем из монтажа. Я шучу, но рассказывай. Вот эту машину, когда ты мне говорил, да? А помнишь, там машину, а ты мне не хотел покупать. Она была еще очень огромная. Я коплю на эту. Все, понял. Большой автобус. Да. Отпусти, Вась. Отпусти, пожалуйста, Вась. Да. Я хочу еще одну. Я очень об ней мечтаю. Дом. Да, Барби. Да, Барби. Да. Ну, в общем. Которая у меня... Такой, чтобы она была другая. Я понял. Ну, в общем, резюмирую. У Васи пока что еще нет 13-го образования. Давай посчитаем, поэтому... сколько у меня сейчас. Давай, конечно, посчитаем. Но мы делимся с ней просто деньгами в виде игрушек, сладкого. Да, когда вы видите ролик на YouTube, 24 часа говорим, Вася, да, у нас, в принципе, так каждый день проходит. Иногда стараемся говорить, Вася, нет, чтобы она, ну, понимала ценность. Потому что иногда... У нее бывает, знаете, такая штука, что она просто распаковала и забыла потом про это. Вот, поэтому мы иногда говорим ей нет, но чаще всего мы ей говорим да, и поэтому вот, посмотрите, вот там Мишка. Раз Мишка, два Мишка, да. Там в комнате еще Мишки. Да, вон там. На той квартире Мишки. Осталось еще целый этот Мишка. Васька пока делает свой самый правильный, вот то, как по жизни надо делать всем. Васька инвестирует в впечатления, вот она говорит, хочу вот в эмоции. Это, вот это, хочу в эмоции, да, потому что запоминаются именно они. Вот, Вася, скажи свой самый запоминающийся момент, который вот ты не, вот я скажу другое. А мы поставим ставни в сумке. Давай. Ух ты, пух ты, ты что, все время ходила, а я это и не видел. Между прочим, сумка. Блинсяга, здесь шли просто мимо палатки, тут были копии изиков, и висела сумка, ну, с буквой В, мы подумали, Василиса. Угу. А потом узнали, что это Блинсяга. А я хотела черную. Ты хотела черную? Да, она уже написала список для Дедушки Мороза, она написала черная классическая сумочка. Эрме. Ну, чтобы она такая была прям кожаная, знаешь, такая прям блестящая. Эрме. Нет, вот такая. Черная и вот такая вот гладкая. А у нас рубрика «Что у Василисы Кукаяки в сумке?» Как вы думаете, что носит эта суперзвезда и супермодель? Просто огромная женщина. Красотка, конечно, красотка. Что она носит? Ну, у меня вот, видите, бабаки, я всегда пластырь с собой ношу, чтобы не попали никакие грязи. Правильно, правильно. Итак, суперзвезда с собой носит пластырь. Ну вот еще помаду, чтобы засыхали губы.
Чтобы не засыхали. Когда я сказала прилетим в Москву, я заберу вот эту помаду, потому что у меня будет сохнуть. Все это планы не рассказываем, а то людям потом мне интересно будет смотреть. А вот еще зеркальце, чтобы... Ровно губы красить. Да, чтобы... Ой, как вы зеркальце маленькое, мне даже все лицо не поместится, мне кажется. У меня просто только нос видно. О, и то хорошо. Так, что еще в сумке у тебя? Ну, вот. А что это? А все, у тебя больше нет ничего, покажи еще. Это что, что ты был еще? А вот это на перекус. Погоди-ка. Ну, в общем, легкий дай. Перекус в середине. А вот... Это как? А это женская магия. У вас все время в сумке как-то помещается неоправданно много. Угу. Слушай, да это и сюда, смотри. Как это сюда помещается. Ну вот здесь... Здесь на грудь. На... Еще вот так, да. Вот так и выходит? Вот так, да. Это вообще. Деньги прям настоящие? Да. Ну-ка, покажи-ка. Бумажные? Нет. О, там и бумажные. Ты глянь-ка. Йо, а мы тут рассказываем. Я думала, там мелочевка только. Вау. Вау, ну тут делают, слушайте, вообще большие деньги на самом деле. 31,50. 31,50 дирхам. Это на что я могу купить? Это много на что, это почти 500 рублей. Это 500 рублей. Я могу себе купить столько штук. Каких штук? Ну, смотря чего. Да, действительно. Допустим, столько чупа-чупсов, легко. А если вот столько ламборгини, то не получится. Да, вот столько ламборгини, то я тебя спешу расстроить, нет. Дом? Да, на старкачи. Дом? Ну, смотри, чтобы тебе дом купить, машину, тебе надо еще... автобус. Еще 10 таких кучер денег. У тебя 500 рублей, а тебе надо примерно 5000 рублей. По-моему, дом дороже, что ли, да? 20 там стоит. 20? Ой, тут много кучек надо, Вась. Не... Вообще, дом, Вась, даже игрушечный детский дом, кукольный дом. О, я придумал, Вась, ты можешь его завтра взять, но знаешь, как тебе нужна детская кукольная ипотека. Вот этой кучки как раз хватит на первый взнос. А вопросы к Василисе. Какие ролики тебе нравятся больше? Ну и канал в целом. Канал Влада... А4 или канал Дениса Кукаяки? Какие видео тебе больше нравятся, а? Какой вопрос интересный, напряжение какое началось в квартире у нас. Итак, какой канал тебе больше нравится? Канал Влада А4 или канал Дениса Кукаяки? Я знаю. Папуля. Ну, потому что ты тут тоже снимаешь, да? А хочешь, я повышу ставки? Хочешь, я задам тяжелейший вопрос? Потому что я-то знаю сейчас расстановку сил нынешнюю и расстановку внимания. Вась, а какой тебе канал нравится больше? Канал Дениса Кукаяки или канал Уильяма Бруно? Ой, это сложно. Я знаю. Я поэтому и спросил. Папы. Опять папы? Опять папы? Счастье-то какое. Врешь небось? Нет? Сегодня вечером что будем смотреть? Наш канал или Уильяма Бруно? Вильям Бруно Лечи будет новое видео. А Лечи, у нас будет новое видео. То нас посмотрим после Вильям Бруно. В общем... Получается, два канала самые интересные сейчас для вас. Это Вильям Бруно и наш канал. Василиса, в ситуации, когда ты идешь такая и видишь, что над пропастью на одной руке прям буквально держится Вильям Бруно и Влад А4, кого спасешь, а кого не спасешь? Можно спасти только одного. Вот это вопрос. Над пропастью висит Влад А4 и Вильям Бруно. Кого спасаем? Это, кстати, сложный вопрос. Сложно. Но я считаю, что мы с тобой должны сделать выбор. Знаешь как? Ты даешь руку Уильяму Бруно, а я же рядом стою всегда, и мама рядом, потому что мы семья. Я даю руку Владу А4. Нет, я даю руку Владу. Что? Что? Я даю руку Владу А4. А мама Уильяму Бруно. А я кому даю руку? Кобякову. А Федька нас Глебу. Договорились. Все, мы всех спасем. Этот вопрос ко всем кукаякам. Всем. Всем кукаякам. Интересно. Откуда такое название кукаяки? Откуда такое название кукаяки? Мы, ну, короче, когда я была маленькая... Давно это было? Вы мне говорили «аку». Я сказала «аку». И родители, я сказали «агы лосилися». И это мне сказали «кукаяки». А. Это мы назвали... Ладно, посочила. Я хочу сказать, что... Я не знаю, откуда мы это взяли. Рассказать? Да. Я встретила Влада А4. Так.
Я просто не так давно хотел семейное древо оплатить, оно там что-то 150 тысяч стоило. Я такой зажал. А тут, оказывается, вот, Влада 4 встретила, и что дальше было? Не встретила. Это какие-то парни? Нет, я не встретила, а споела его. Совсем капельку ошиблась. Так, и что там произошло? Посмоела. Какое напряжение вообще, да? Так, жду, что же там. И что же дальше? Ой. Я так на экзаменах отвечала. Ой, фу, ты пальцы расковыряла, зачем? Я не расковыряла. Это я за усинец. Ну так что, расскажи про кукуяку. Смотрела Влада 4, и что там кукуяки? И все-таки он сказал, кукуяки, привет. И он меня отправил поцелуйчик. Что он тебе сделал? Поцелуйчик. Влада 4? Да, я ему сказал, что когда я тебя встречу, я обниму тебя. Да ты что, серьезно? Влад, пожалуйста, ответь уже, хоть что-то. Ребенок уже просто начал фантазировать. Так почему кукуяки-то? Расскажи ты хотя бы. Потому что кукуяки. Ладно, шучу. Это наша фамилия, настоящая. Самое, что ни на есть, непридуманная, настоящая, родная, общая наша фамилия. Вообще, наша фамилия, как рассказывали мне в детстве, имеет какие-то там финские корни. Я никогда еще... Я тут старею постепенно, я хочу еще там древо какое-нибудь оплатить, чтобы проверить. Но мне всегда говорили, что наша фамилия переводится как с финского на русский, как что-то яркий петушок. Что? Ты сейчас все наврал! Ты сейчас все наврал! Я не набрал. Ну что ты смеялась? Не могу понять. Что просто? Яркий петушок? Петушок прям про тебя. Ну, про тебя я говорю, что ты яркий. Про прическу, как петушка, гребешочек же. Давайте проверим, знаете? Прямо сейчас открою переводчик и напишу кука, и посмотрим, что это будет. Может, это вообще вранье. И никакой я не петух. Ну вот! Ничего никакой не петушок. Вот, ввел с финского на русского. Кукаяка. Что переводится? Вот делишки. Здравствуйте, Денис и Лена. Как мы все знаем, вы зарабатываете огромные миллиарды, эксплуатируя таланты своей несовершеннолетней дочки. Поэтому очень интересно, эти суммы, они на каком-то специальном счету ее ждут до совершеннолетия? Или она уже прямо сейчас может покупать все конфеты, все игрушки, все, что захочет? Ну, вы же не на себя это тратите. Дорогой Руслан Усачев, спасибо тебе большое за вопрос. Мы уже говорили, да, у Васьки у нас все свои как бы накопления сейчас. У нас все делится на 33% каждому. Угу. Нет, еще Федьки сколько-то там отпадает. Как раз вот эти оставшиеся. Ну, Федька не требовательный, будем честны. Да, и не так часто снимается. Да, и он больше всего инвестирует в пакеты для какашек. Вот, это главная инвестиция его денег. Васька, вот. Вась, ты чего сейчас купил только что? Покажешь? Вот, и еще в сумке. Да, Вася прямо сейчас накупила косметику. В общем, она у нас пока что... Я не потратила деньги, я хочу что-нибудь еще купить. Ну, это понятное дело, это, конечно, еще деньги. Я прошу заметить, у Васи есть свои деньги, и она тратит их на все, что она пожелает, на все, что она захочет. Любые игрушки, любые сладости. Ну и плюс мы с Еленой Сергеевной все время говорим, что как круто, что блогинг пришел в нашу жизнь. Когда он пришел в нашу жизнь? Давным-давно. Вообще. И да, и остался с нами. Потому что он нам открыл там новые горизонты. И сейчас, в том числе, мы, конечно же, копим капитал, потому что впереди у вас еще что? Школа? Институт. Институт, да. Если со школой мы присмотрели в Москве одну очень такую классную школу. Очень хочется, чтобы все получилось. Потому что, сами знаете, деньги важны. И все. Не, ну и там еще важны всякие собеседования и прочее. В общем, надеемся, что все это получится. Ну и, конечно же, наши все накопления, сбережения, они нужны для этого тоже. По поводу Васькиного отдельного счета, мы тоже об этом на самом деле думали. Мы думали, что мы попозже это сделаем. Будем туда еще отправлять денежки. Пин-код от этого счета она получит на 18 лет. Да, у меня есть друг, которому 18 лет вот так вот отдали сберегательную книгу, и он в течение 2 недель всю ее просто всадил в 18 лет. Поэтому, не знаю, может быть, учитывая этот опыт, я скажу, что давай Васю поддержим чуть дольше. Нет, но мы же Васю вымучить финансовой грамотности. Это и называется финансовая грамотность. Она будет знать, что так не надо будет делать. Она на нужное потратит. Она в течение 3 недель это спустит. А еще очень круто, что, опять же, благодаря блогингу мы смогли вернуться во все те страны, за
короткий довольно-таки промежуток времени во все те страны, в которых мы были без Васьки, и показали ей все места, где мы были без нее. Но осталось всего лишь одно место. И сейчас из-за того, что в Дубае очень высокие цены и какой-то супер невероятный оверпрайс, мы задумались, а что, если что? Если мы полетим туда, где Васька еще не была, но были мы вдвоем. Кто знает, что это за место? Напишите в комментариях. Кто хорошо давно следит за каяками? Кто знает, они были везде? Два места. У нас есть два места, где Васи не было. А какой второй? Израиль. А. Греция, куда мы не вернулись. Кипр, куда мы не вернулись. Ладно. Неожиданно скрылось, что у нас есть еще много мест, где мы не были с Васей. Блин, да, мы просто вернулись во все такие очень яркие воспоминания. Да. А вот, ну, в общем, кто знает это одно место, напишите в комментариях, давайте. Блин, Денис, ты человек взрослый, я думаю, ты мне сможешь помочь. Скажи, пожалуйста, что ты обычно делаешь, когда у тебя несварение или понос? Скажи, пожалуйста. Артурио, я знаю прекрасный совет, что делать в такой ситуации, когда прижала, а про это есть великолепная песня у DJ Smash. Беги, дорогая, беги, беги ради папы и мамы. Смотри, от кого вопрос тебе пришел. Ладно, давай вопрос посмотрим. Василиса, это правда, что клип «Купи песика» — это не единственный клип, в котором ты принимала участие? Ну, раскрывай секрет. В каком клипе еще снималась? Отпусти, не пучу. Ты в клипе «Отпусти, не пучу» снималась? А что ты смотрел на тебя много раз и ни разу не видел, где ты там снималась? Она на свой телефон снимала. А ты на свой телефон снимала? Нет, она на свой. Она на свой снимала. У меня разрезанный телефон. У тебя разрезанный был телефон? Просто красоты сон. А, ты про Милану, ты ТикТок имеешь в виду? Не, она имеет в виду клип. Не, а прям вот клип на Ютубе, большой клип. Вот ты снималась? Может, какая-то была супер талантливая песня, в которой ты там прям такая... Это такая крутая песня, что я хочу в ней сняться в главной роли. Помню. Что за песня? Это же была ты маленькая. Это была новая песня твоя. Ты, мне кажется, вообще не помнишь. Ты делал такую песню... Ты, мне кажется, вообще все не помнишь. Она что, с Новым годом? С Новым годом? Да, с Новым годом. А что я там пел? Вот как мама сейчас пела. Дэдди ям пупин. С Новым годом. Ой-ой, дэдди ям пупин. Е-е. Дэдди ям пупин, хэппи нью ер. Ладно, пошутила. Ты знаешь, как переводится дэдди ям пупин? Как? Пускай папа тебе расскажет на ушко. Пап, я покакала. Сегодня, да, Васька снялась у меня давным-давно, я понял, что я хочу, ну, я же рэпер. Да? Я такой, ну, да, я такой, хочу покорить мир западного рэпа. И написал песню, и снял на нее клип, вот кусочек. После этого выхода этого клипа, я увидел просмотры, увидел комментарии, понял, что я западный рэп не покорю. Но песня получилась хорошая. Да. Ссылка тоже в описании. Послушайте, если не слышали. Кто прислал нам вопрос, как думаешь? Егор Крид. Ты ничего не прислал-то? Ладно, открывай глаза. Так, ребята, семья Кукаяки. Привет вам от Кобякова. Василиса, вопрос к тебе. Скажи, пожалуйста, вот в прошлом году по итогам года в вашей квартире самая популярная песня была песня «Пушка» Кобякова. А вот в этом году какая самая популярная песня в вашей квартире? Если это не Кобяков, то почему? Так, какая у нас самая популярная песня в этом году? «От пути не путю». Ну, подожди, это только по это последний месяц, наверное, только «От пути не путю». Вот, а что ты еще пел? Это «Ламба»? Да. Плюс «Пушка». А еще «Ромашки» ты много слушала песню, да? «Пушка», «Ромашки», «Владову А4 песню». И в конце года, конечно, вот этот мега-хит «От пути». Нет. А какой? Как там еще была девочка, и там желтый такой. Еще песня какая-то про Пикачу была крутая. А какая песня про Пикачу? «Пика-пикачу, чу-чу». Вот это? Да, это было в том году. Мать, ты путаешь. Ты больше «Крестики-нолик» пела. У песни «Пушка» появился очень сильный конкурент в лице Миланы Хаметовой. Споем? От пути, не путюн, кому я говорю, не путю, ведь я люблю свою лучшую подругу, ЛП. Так? Не так. Я не Милана вообще. Похоже, да, что я не Милана? Денис, Лена, Вася, всем привет. Я хочу вам сейчас задать очень сложный вопрос. И точнее, не вам всем, а именно Васе, Василисе. Василиса, скажи, пожалуйста, кого ты любишь больше, папу или маму? Саган?
Сейчас так часы тикают. Вообще просто. В тишине. Это уже невозможно знаю. Ждать столько времени. Я знаю. Я люблю. Всех. Ты такой маленький, такой умный человек. Невозможно выбрать маму или папу. Невозможно.